Привет! Давно я не снимал никаких видео. Недавно в комментариях я обещал сделать обзор на новую мотосумку. В общем-то, как она у меня появилась, ну, купил я новый телефон, и старую уже телефон не помещался. Поэтому я решил поискать на Али новую сумочку. В принципе, сумка эта гораздо интереснее, чем та, поскольку она из натуральной кожи. Выглядит она такая застарелая, темно-коричневая кожа, интересный кофейный цвет. То есть, в принципе, вот здесь вот даже видно, что это натуральная кожа. Золотистая фурнитура. И фурнитура, в принципе, сама, то есть, видно по качеству, гораздо более жесткая, толстая такая, качественная. В общем-то, в сумку в эту беспроблемно также влез телефон 6-дюймовый, кошелек и документы. Поэтому, в общем-то, руки по-прежнему останутся свободны. Крепится она все так же на бедро, то есть верхний ремень под пояс, нижний вокруг бедра. Кроме этого, я, в принципе, еще заказал много всего. Это и мотогорло, и перчатки, и бахилы для езды в дождевую погоду на дальняк. Это все будет чуть позже.